Так, смотрите, ну рассказываю. У меня сухая химия, сейчас третий протокол мой эталон сурф. Доза у меня 100 миллиграмм в день, это с утра и вечером по 3 таблетки. Принимаю я ее, их 5 дней принимаю, 2 выходных, 5 дней принимаю, 16 выходных. Вот, это во втором месяце идет именно на сухой химии, до этого почти 2 года была капельница. А вот теперь томография у меня раз в 2 недели, то есть мы чаще будем контролировать метастазы. А вот и по состоянию у меня лично сильная слабость, очень сильная слабость, у меня упадок сил, потом по еде апатия к еде, то есть если вообще не хочу, мне кажется, что я сыта. А потом сон, сплю по 12-15 часов в сутки. Неврология осталась, либо от прошлого протокола, либо сейчас новая появилась. Волосы пока на месте, но первые дни, когда пью таблетки, то сыпятся, но не критично. Вот. И у меня урогенитальная инфекция, то есть свечки еще ставлю, потому что там и плюс нарушен менструальный цикл, то есть их сейчас нету делов. Вот, по весу плюс-минус нормально стоит на месте, но трошки падает. А вот, на трошки падает просто потому, что нет аппетита, я мало кушаю. Вот, ну а так в целом наблюдаем дальше. А, и вчера именно на этой химии первый раз была рвота с кровью трохи.